Жители стран Европы устали от безразличия властей к проблемам собственных граждан и от безостановочной накачки оружием Киева. Эти выходные снова были неспокойными. По городам ЕС прокатились антивоенные протесты. Подробности в сюжете Евгения Белоусова. Пострадавшие из-за кровожадности собственных властей, европейцы явно поняли, к чему может в итоге привести подобная политика. Жители Европейского Союза выходят на улицы, чтобы сказать «нет» поставкам оружия Киеву и остановить кровопролитие. Особенно массовыми стали такие митинги в Германии. Здесь даже говорят о рождении нового антивоенного движения. Ему дали старт левые политики во главе с депутатом Сарой Вагенкнехт. Мы не хотим, чтобы немецкие танки стреляли в правнуков тех русских женщин и мужчин, чьи прадедушки и прабабушки были убиты миллионами вермахтом самым жестоким образом. Мы не хотим, чтобы в их правнуков снова стреляли из немецкого оружия. Это полное забвение истории. Неужели они забыли, какой была история Германии? Ее сторонники собрали более 650 тысяч подписей под интернет-петицией «Прекратить войну». Десятки тысяч реальных людей прошли по улицам Франкфурта, Дрездена и Берлина. Массовый митинг состоялся у стен американской военной базы «Рамштайн». Именно отсюда отправляется в Украину практически все новое оружие. Именно здесь принимаются решения о новых расходах на продолжение войны. В Италии подобные акции прошли в Риме, Милане, Венеции и Флоренции. Особенно массовая в Генуе. Именно в этот порт прибывает тяжелая бронетехника для ВСУ. И отсюда она направляется дальше. Манифестанты требовали от Рима и НАТО прекратить финансирование украинского противостояния. Ведь каждая винтовка, отправленная в зону конфликта, способствует эскалации. И французы прямо называют поджигателями войны структуры НАТО. В Париже протестующие потребовали от правительства как можно скорее выйти из состава этой организации. Около 2000 человек вышли на улицы Брюсселя. Все они против политики ЕС и НАТО в отношении украинского конфликта. Протестующие призвали прекратить поставки оружия Киеву и заняться дипломатией для достижения мира. НАТО – опасная организация, объединяющая армии западных стран. Это не тот альянс, который стремится к миру во всем мире, а как раз наоборот. Мы должны избегать расширения НАТО. Я даже сомневаюсь в ее действенности. Я не понимаю, почему Европейский Союз не использует больше имеющихся у него рычагов для мирного урегулирования этого конфликта путем переговоров. А в Молдове мирный протест не был абстрактным. Здесь вовсю циркулируют слухи о том, что правительство готово буквально на днях развязать конфликт в Приднестровье. Украинские войска концентрируются на границе непризнанной республики. Однако формальный старт этому конфликту должны дать молдавские войска и правительство. Новый кабинет страны вовсю демонстрирует воинственность. Однако граждане категорически не хотят проливать кровь. Они предлагают властям обратить энергию на внутренние проблемы, среди которых обеднение и бесправие населения. И пока жители многих стран выступают против войны, их власти проводят странные перформансы. В столице некоторых европейских государств доставили поврежденную в боях в Донбассе российскую военную технику. Однако этой пропагандистской акции граждане сумели придать посыл ровно противоположный задуманному властями. К танкам возлагают гвоздики и розы, что сразу сделало бронетехнику символом героизма павших воинов. Жители Берлина несут сотни цветов, несмотря на попытки остановить их, как со стороны проукраинских активистов, так и полиции. Немецкий цветочный протест поддержали в Литве, Латвии и Эстонии. В Риге по факту возложения уже начали расследование. Известно о нескольких задержанных. Правда, с политикой латвийцев и так все понятно. Власти страны вообще резко ужесточают контроль над гражданами и начинают карать даже за мысли преступления. Стражи порядка пообещали уголовное преследование за прослушивание или исполнение таких песен, как «Катюша» или «Вставай, страна огромная». Евгений Белоусов, агентство «Теленовостей».